А нам прислали классный подарок. Любимые наши подписчики. Это, я думаю, что фрисби. Распакуем и кучу мячиков. Кстати, мы ни разу не брали по типу баскетбольных, мини-баскетбольных мячей. Вот, и волейбольный. Эти надо будет надуть. Хотя, мне кажется, Вене понравится играть с таким. Классно. И один уже надут. Сейчас самое время поехать в лес и опробовать все это добро. Огромное спасибо. Девочки будут рады. Одна так точно, 100%. Надеюсь, мячики проживут подольше, чем день. Посмотрим, когда баскетбольный мяч схватит. И вот они ухватить. Ах ты! С первого раза. Вообще, нет. И ты что, его продырявила, что ли, уже? Конечно. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, крокодил. Иди сюда, иди, иди, иди. Иди сюда, довольная жаба. Сюда иди. Иди сюда. Брось. Все. Вот, надеюсь. Нет. О, опасный мяч, слушай. Он это. Теперь удобнее стало, да, играть? Пантырюк, сосни. Это что такое? Выгонди, что ли? Переключение.
выдержанная игра. Смотри, да я еще. Гуся! 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 Ничего не кидай. Такой игрок вообще не делал. Венза волейболист. В шапке нравится сидеть. Все, до свидания. За цыпочки на проталинке лежат, в разные стороны смотрят. Как вас вообще снимать неудобно? Птичку, птичку видела, птичку, птичку. Они уже кружат, киса, давным-давно вокруг тебя. Вон она летает, смотри, маленькая какая. Вот вообще летает просто, киса на носу, говорю, сидят. Это за лежбище. Добавление. Как проходят съемки. Ой, девочки, легли в красивую позу. Все. Ложимся мы в некрасивую позу. Я не снимаю всю непристойность. Вас вообще возможно уловить? Он за птичками наблюдает, но так лениво. Ты что такая ленивая сегодня? Вон, глаза горят, что птички летают. Но бежать за ними не бежит. А у Вени одна цель — это мяч сегодня. Больше целей нет. Как привлечь внимание зверей? В общем, не так просто быть оператором, даже со знакомыми моделями. Хороший шлем у тебя. Вован волейболист. Только сдулся. Дождалась! Ура! А вторая что ждет, непонятненько. Зато красиво смотрится в весеннем лесу, в травке пробившейся. Ой, Лёшечки, ой. Вот так вот. Вот так. Ой, хорошо-то как. Хорошо. Можно валяться, клещей не бояться. Но они, конечно, вряд ли замерзли.